Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Гамид. Меня зовут Татьяна. Вы приехали вместе? Нет, мы просто здесь общаемся. Вы коллеги, да? Коллеги. Да. Можете рассказать о своих впечатлениях и мероприятии? Ну, на мой взгляд, очень хорошее впечатление, потому что вот те мероприятия, которые, на которых бывал раньше, конечно, там очень все красиво и сказочно, но не всегда применимо в практике. А здесь очень доступно и понятно. И я понимаю, что это можно спокойно применять в практике в своей повседневной, на мой взгляд. Ну да, я тоже согласна с этим, что, во-первых, можно задать любой вопрос лектору, что очень важно, потому что очень многие уже оперируют и владеют какой-то техникой, вот, и накапливаются какие-то вопросы. Не везде, не всегда лекторы идут на такой вот диалог свободный, как здесь. Вот. Ну и, конечно, доступность, понимание того, что здесь дается, очень такая легкая, восприимчивая. Да. Хотя поток информации очень большой, на самом деле. Надо хорошо выспаться перед ним, перед практикумом. Ну и на самом деле то, что практики много, это большой плюс. Потому что в основном теория вам. Да, совершенно верно, да, что практика – это прекрасно. Да, сразу закрепление навыков. Все ли вам понравилось в организации мероприятия? Вообще все, ребята, супер, вообще замечательно. Выходим на европейский уровень. Девушка со скрипкой, с альтом. Это вообще, да. Вообще все прекрасно, мне очень все понравилось, очень приятно, что в нашем городе вот так вот все происходит. Да. Спасибо вам большое за ответы. Хорошего вечера. Спасибо. Да. Если там, я говорю, ты же с одного конца захожу, до другого.